Ну вот, Наташ, вот, пожалуйста. Вот это вы там лакомство передали. Ой, этот весь уже извертелся. Он и так, и попу поднимет, и ляжет, и всяко. Ну, груш наконец-то распробовала. Ну, наконец-то, молодец. Так что спасибо маме Наташе, спасибо. Ну, слава богу. Но она у меня не имеет понятия, что это такое. А вот эти, которые вот магазинные покупные, я такую ерунду ей не покупала никогда, никому не покупала. Вот. Ну, вот. Вот так. Ой, да как вкусно. Ой. Вот такой вот у нас семейный, можно сказать, ужин. Спасибо, Наташенька, спасибо. Аж только хруст стоит.